Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами рецептом нежнейших ванильных капкейков, которые мои дети просто обожают. Рецепт очень прост. Для этого нам понадобится 200 грамм муки, 3 яйца, 120 грамм сахара, 60 миллилитров молока, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли. Ну и, конечно же, щедрое лето. Благодаря его сливочному вкусу выпечка получается ароматной, воздушной и невероятно вкусной. Взбиваем 120 грамм щедрого лета вместе с сахаром минут 5. До посветления и увеличения массы в объеме. Добавляем яйца по одному и продолжаем взбивать. Примерно по 1 минуте каждое. Далее добавляем треть сухих компонентов, которые я заранее просеяла и смешала. Затем добавляем половину молока и перемешиваем. Таким образом, не переставая взбивать, мы добавляем все оставшиеся ингредиенты до тех пор, пока масса не станет однородной. Перекладываем наше нежное и ароматное тесто в кондитерский мешок и помещаем в формочки для теста. Ставим выпекаться в разогретую духовку до 170 градусов. Выпекаем минут 20. Здесь главное не передержать духовки. После полного остывания можно украшать кремом. Вот такие красивые и воздушные получаются капкейки по этому рецепту, благодаря щедрому лету, которое подходит для любого вида выпечки и даже для приготовления крема. Аромат на весь дом. Записывайте рецепты любимых блюд и отправляйте рецепты и фото с упаковкой «Щедрое лето» в Telegram-бот «Щедрое лето». И участвуйте в розыгрыше сертификатов на бытовую технику. Все подробности на сайте «Щедрое лето».